Всем привет, с вами Светлана, и поделюсь с вами своей печалью. У меня не сошлись крестики, вот вся вот эта часть вот так будет удалена. Сейчас начну распарывать вот это все. Ну что ж, такое бывает. Оставайтесь. Так, вот к чему я вернулась. Вот что я достала. Такой барашек из ниток. Ну, начинай сначала. Ну вперед. Вот прошла неделя. За эту неделю я вообще ничего не отшивала. Я ленилась, болела, расслаблялась. И девчонки в Инстаграм меня стимулировали, спрашивали, что ты делаешь. Я говорила, что ничего не делаю. Никто мне, конечно же, не верил. Все думали, что я там втихаря, значит, крейсерскими скоростями отшиваю все. Но это все не так, и я действительно ничего не делала. Ну, вот такое на меня напало состояние лени. Иногда бывает, да. Но сейчас вот я из него вышла, из этого состояния. Сегодня я целый день, ну, никак не целый день, конечно, где-то часов с 10, и сейчас вот 4 часа, с 10 утра до 4 дня я вот шила. И покажу вам, где я сейчас остановилась. Вот такая у меня картинка отшита уже. Такая красотулина получается, очень мне все нравится. Я вот обленилась не только в вышивке, но и в заправке ниток. Вот так вот выглядят ниточки, которые у меня остаются. Я их просто втыкаю вот в канву, они у меня с кусочками иголочки, с кусочками ниток, значит, все тут воткнуты. Дело в том, что поскольку цветов не так много, я их все просто знаю, даже уже наизусть. И, ну, вы меня понимаете, короче говоря, так быстрее. Вот тут пучок ниток тоже лежит, это все тоже для скорости. В общем, какая-то я вся, надо брать себя в руки немножечко. Ну, пока вот такая вот расхлябанная. А вот такое новое усовершенствование я придумала, значит, для того, чтобы вот эта спица, до которой у меня висят ниточки, она вот так немножечко провисает, да, мне чтобы на этом чудесном пластилине все держится, как на соплях. Вот, поэтому я тут немножечко ее вот так вот подцепила, и у меня все теперь замечательно подцеплено. Что еще хочу сказать? Огромное спасибо Мариане Море за ее видео про Аманик. И спасибо вообще всем девочкам, которые снимают видео про Аманик. Телефон сейчас, к сожалению. Вам. И, значит, я говорила об Аманике. Помимо Марианы, видео шикарное совершенно о своем станке сняла Элина. Ее канал называется Элина. Я, ну, ссылочку оставлю. Об этой девушке я узнала от Оксаны нашей Масага Ворлд. Вот она, как всегда, в своих новостях кучу всего нового, хорошего, интересного рассказала. И, соответственно, я полезла смотреть видео. И нашла для себя такую замечательную вещь, которая, в принципе, я о ней знала, но, скажем так, не применяла ее в своей жизни. Сейчас покажу, о чем речь. Идет вот об этой вот таком приспособлении, которое позволяет держать раму. Не секрет, что у Аманика это слабое место, по-моему, единственное слабое место, которое есть у этого станка, что когда очень тяжелая рама на модуле фронтальном, вот эта вот вся конструкция, то есть, в общем, этот винт, он не выдерживает, и постепенно рама опускается. Это неудобно, это очень раздражает, ну, сами все понимаете. Поэтому уже ребята предусмотрели вот такой штырек, который, держит эту раму. У Элины я подсмотрела вот эту вот штучку, которую можно, как можно удлинить, скажем так, этот штырек.
я все сделала, и теперь я вообще просто наслаждаюсь невозможно как. Вот эта вот проблема с тем, что начала рама опускаться, у меня возникла первый раз именно сейчас, потому что очень большая рама, это самая максимально большая рама, которая у меня есть. О, она что-то такое там 46x30, она сама по себе такая тяжеловатая, это арабесковская рама. И станок начал немножечко провисать. Ну вот теперь ничего не провисает, я просто счастлива. Спасибо большое тебе. Теперь вернемся к вышивке. И что могу я еще сказать? Какие у меня впечатления, как я обычно делюсь с вами. Сейчас я вам расскажу. Огромное удовольствие вызвала вышивка именно вот этого места, где есть зеленый бисер, да, вот этого вот, вот этих вот мест. Так классно, я даже не ожидала, что это прям так мне понравится. Ну вот здесь точно такой же бисер используется, но как-то здесь не особенно это чувствуется. А вот настолько вот эти вот бисеринки разбросаны в правильном, ну, в правильных местах, скажем так, дизайнером, да, что вот прямо делает объемным каким-то вот эту вот зеленую ветку, да, или пушистый какой-то, ну вот объемный, очень мне нравится это все, я прям вот балдею от вышивки вот этих вот мест. Очень хорошо отшивается, я очень боялась почему-то за золотой, ложится все замечательно, ну в общем, вот такие у меня немножечко сумбурные впечатления от вот этого сейчас отшива. Еще пару слов хочу сказать, почему я целую неделю не вышивала. Ну, скорее всего, я думаю, что потому, что, наверное, страшно расстроилась из-за того, что пришлось распускать, да. Я, наверное, где-то час собиралась с мыслями. Распускать, не распускать, может быть, как-нибудь выкрутиться, может быть, там что-то дошить. Ну, в общем, короче говоря, я не люблю всяких недоделанных вещей, поэтому распустила. Ну и, видимо, так меня это выбило из колеи, что пришлось мне уйти в отпуск вышивальный. Ну вот, на сегодня вроде и все новости. Пожалуйста, оставайтесь всегда со мной. И до следующих видео. Пока!